Ну а доброго времени суток, дорогие детишки, уходи, мышка, кепта. Что-то в последнее время все через жопу работает, блин. Steam через жопу. X-Fire через жопу. Вообще, ё-моё, что за фигня происходит, я не знаю, блин. Видимо, это что-то новогоднее. Или что-то в этом роде. Элса, сейчас кто-то будет конкретное и усиленно умирать. Это я имею в виду совсем не монстров. Да, прекрасно. Ты еще, блин, больше ударов сделай, давай, не знаю. Что это за херня была вообще? Ввиду того, что я нихера дорогу не помню, я здесь был-то один раз, только до этого, блин. Поэтому буду бежать вперед, пока не упрусь, блин, куда-нибудь. Так, по-моему, сюда мне еще пока не надо. Или наоборот надо было. Я не помню, опять же. Хер его знает. Посмотрим, куда я попаду. Куда я попаду, блин? В просак, очевидно. А, ну да, правильно. Я же помню, что тут нихера не было. Кроме бесполезной шняги. Всякой шняги. А, ну да, и потом здесь будет что-то похожее на шорткат, видимо. Ну да-да-да, да-да. Что-то в этом роде. Угу. Идите все нафиг. Я с вами не хочу даже... Вообще ничего не хочу. Я от вас. Куда-то мне надо было-то вообще идти-то глобально. Тихо. Блять. Вот да сейчас тебе, блин. По всей морде, блин. Надо ли мне туда идти? Я не знаю. Будем считать, что надо. А, мост там какой-то. Вроде да. Вроде я правильно бегу. Сейчас этот каламит прилетит. Ага. Точно. Здорово. Я с тобой еще потом предметно пообщаюсь. Это кто-то еще спрыгнул? Ну ладно. Ну, а вот что-что, я надеюсь, с каламитом проблем не будет. Чё тебе надо? Ага, прекрасный выбор. Да-да, отлично. Отлично потраченные 6 болтов. Сюда, мне кажется, да? А может и нет. Хрен его знает. А, я сюда падал в прошлый раз за ящерицей и не поймал. Ну, в общем-то, оно мне и как бы так. Оно мне не надо вовсе. О, я вижу знакомые места. Прелестно. Так. Вниз не надо. Не надо вниз. Да, я определенно вижу знакомые места. Туда мне тоже не надо. Идите в пень все. Угу. Так, а дальше-то куда? Туда, что ли? Ну, надеюсь, что да, потому что будет очень обидно, если нет. Обидно и больно. Окей. Где это я? А, супер, там, где надо. А, где... Ага, вот там. Насколько я помню, опять же. Ну, Честер, ладно, пускай с ним... Фиг с ним, пускай стоит пока что. Это был шорткат, да? А, точно. Это он. Это он. Зашибись. Ну, и отправим его наверх, как обычно, чтобы бежать было меньше. Честер, давай немножко стрел, что ли, у тебя купим. Да. Yes, we are bad. Иди нахер. Или болтов. Меткий болт. Что бы это значило? Типа далеко летят. 400 баксов, да иди ты в пень. Сколько тяжелый болт? 150 стоит? Ты что, охерел? Это как? So long. Это как так-то? Парниша. Ну ладно. Эх, была не дала. Зато я так подумал, что с Авелином, по идее, должно быть легко сбивать с него, когда он будет, типа, рапиться. Ввиду того, что сразу много ударов. Но я не знаю, как карта ляжет. Да-да, здорово. Фу, блин, какой же невкусный все-таки томатный сок, падла. Попался. Соли что ли туда накидать? Кстати, да, почему бы мне соль туда не накидать? Или он уже с солью? Да-да, ты... как тебя там? Ядрить, я забыл уже. Арториус, никого не интересуешь, так что... Что-то тут все не по-русски написано. Давай, иди сюда. Хуп! Ха-ха! А жопе! Блин, какой дамаг унылый.
Какой дамаг унылый. Хер тебе. А вот у него дамаг ничего так, как обычно. Ну и как? Как это так? Что это за удар такой был? Хер тебе. Может мне его... Блин, что-то я не то сделал. Спасибо. Может... Да не это, я имел... Отличное начало прекрасной беседы. Может мне его из лука лучше перестрелять? В том смысле, что там дамаг, наверное, побольше будет. Надо проверить. Ну и стреляет он в теории побыстрее. Потому что пока эта штука там перезарядится. Пока то все. Ну да. Так, как там? Ага. Да. Посмотрим. Посмотрим, как это будет. Как это будет происходить. Блин, что-то, да, дамаг печальный на самом деле. Но если... Что, в общем-то, конечно, наверное, не удивительно. Это же все-таки Арториос. Отлично. Прелестно. Молодец. Молодец. В попе конец, да. Он типа бронированный и все такое. В отличие от стража, который вообще без брони, блин, практически. Я в печали, это будет больно. Это будет больно. Блин, если... Хотя Манус, по-моему, менее бронированный, чем Арториус. Давай только падать не будем, да? Хорошо. Шикарно, блядь. Зашибись, наверное. Вообще, вы классные, блядь. Вы вообще отличные парни, блин. Например, пройдите нахер. Вообще просто сразу нахер. Где там эта дырка? Вот она. Только за мной вниз падать не надо, да? Хорошо, спасибо. Жри давай, ёпт. Да. Так вот. 168 это ни о чем. С лука я буду делать, если столько же, тогда я даже не знаю, что бить лучше. Мне кажется, все-таки с лука проще будет, потому что... Хоть и по одному выстрелу, но стоит... Нету лишнего, ничего. Никаких лишних телодвижений. Зачем ты два раза прыгала сейчас? Блин. Я все понял. С арбалета. Слушай, хватит уже, ёб твою мать-то. Ну да, это как-то пободрее. Бля, это ё-моё, блин. Да, чувствую, это за один эпизод-то тут я не уложусь вообще. Так-то если подумать. Пошел нахер. Короче, надо быть очень осторожным. И не волнует. Тихо. Вообще-то я думал, ты там будешь копить энергию, ну ладно. Видимо, нет. Да. Да, бля, опять не то. Фак! Ну, блин, я не успеваю. Это тупая овца, блин, не успевает потом, блядь... Ничего делать, потому что надо ей, блядь, сраный арбалет перезаряжать. Тупая сука, блядь. Слышь, Кермит, блин, ёпта. Хватит скакать, блин. Ну, бля, да, да, конечно. Слышь, лыжник, что ли, до хера? Да, походу, да. Еще тот лыжник, блядь. Фуф-лыжник. Соси, блядь. Еще раз отсоси. Хватит комбо крутить, урод. А, ну, конечно, ты по мне попал. Разумеется. Ёп, мать. Ну да. Может, ты присядешь уже энергию сраную копить? Учлёпок. Зря я это делаю. Ладно, это самое... Не самое... Да, интересно. А это как вот ты по мне попал?
Ничего, что я, блядь, вообще-то как бы, ну, в неуязвимости должен был находиться в этот момент, не? Я смотрю, тебя это не сильно волнует. Ты успокоишься или ты по здоровью? Энергию, сука, копишь, ты гандон, ты сраный. Мне и болтов на нее не хватит, если так подумать. Это еще что ты там сделал такое? Ну, еле-еле успеваю, блин, после этого попрыгунчика, блин, ёба. Как бы все сделать, один выстрел нормально. Прыгай давай, сука, раз уж ты такой. Вот это зря я сделал. Хотя, впрочем, ладно. Да, да, ну да, да, он же любит делать по два. Козел, блин. По факту, блин, я так понял, что мне надо, ну, чтобы эффективно его замочить, мне нужно не пропустить ни одного блядового удара. Потому что мне некогда лечиться. Если стрелять мне еще более-менее есть когда, то лечиться абсолютно некогда. Только два раза не надо прыгать, слышь, мудила. Блядь, ну ай, что ты стоишь-то, блин? Ну да, молодец, ёб твою, сука, тупая, блин. Он хоть раз присядет посрать? Энергию набрать, ёба. Хоть накидать ему немножко. Ну и что это? А прыгать тебе не надо, да? Вот так делай. Я тебя накидаю. За это время. Ну да, да, конечно. Вот, блядь, и как? Вот как ты по мне попал? Охеренно. Конечно, не нужно, блядь, кувыркаться. Зачем бы? Да, сука, ёба. Мама, роди меня обратно. Бля, я не знаю, как он не попал по мне сейчас. Вообще без понятия. Слышишь, блин, конькобежец сраный. Кончай, блин. Тут. Ёбаный ты мудак, а. Как я его ненавижу, кто бы знал. Один раз. Не пида... ну, ты понял. Один лишь раз. Один лишь раз. Сука, блядь. Энергию копи, блин. Гандофил ты, сраный. Тихо будь. Слышь, мудила. Отсоси, блин. Ха-ха. Я... куда эти стрелы? Я не знаю. Блин. Болты, то есть. Как? Вот что это? Да, начинается, блядь. Ну давай, да, давай, жги, блядь. Ушлёпок. Жри, похер. Так хоть у меня побольше здоровья будет. Чем до этого. А, да. А. Да, 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 конькобежец опять же. Уходи от меня. Я с тобой не хочу дружить. Что ты с рукой со своей делал, что она у тебя нихера не работает? Дрочил слишком много, небось. Копи, сука, копи. Вот так делай, правильно, молодец. Быстрее, дура, стреляй. Это он успел или не успел? Я не понял. Мама! Сука, пидорас, ты гнойный, ты урод, ты, блин, твою маму 8 раз. Пошел ты нахер, блядь. Где мои, блядь, посылы, сука, тупая. Охеренно. Я не знаю, накопил он или что. По-моему, накопил, блядь, я не успеваю еще эту херню сбить. Вообще отлично, блядь. Со всех, блядь, сторон. Прекрасно, блядь. Сука. Как дом, блядь. Паутер, блин. Вниз упадем, блядь, до полного счастья, тупая сука.
И много-много радости детишкам принесла, блядь, тупая скотина. Да-да, пошел ты нахер, блядь. Нахер еще раз пошел. Получи, блядь. Отсоси, блин. Отсоси еще раз. Чмо ты, так и знай об этом, бля. Че ты? Ну и че, долго будем тут? Хер тебе. Ты мудак, ты ниндзя, блин, ты... Соси, я сам ниндзя. А ты хер с бугра, блин. Да и как? Вот как? Бля, пошел. Да блин, да пошел ты нахер! Ты часто как ты по мне попал, бля? Ушлепок. Да ёп. Ха-ха-ха, сука. А, ну ладно. Теперь с тобой золотая рыбка. Хоть немножко накидал, но все равно сбивать я уже не успевал. Да что ты стоишь, тупая ты овца? Не успеваешь зарядить? Заряди один! Не надо три заряжать сразу. Как она это делает одной рукой? Вот бы узнать. Тихо, дай нос почесать, падла. Я, может, даже пол энергии еще не снял. Ну фак мой мозг-то. На! Чаще вот так делай. Чаще. Ну это тоже, кстати, неплохо. Во-во-во-во-во. Во-во-во-во-во. Ха-ха, лошара. Ха-ха, обломись, сука. Сейчас тебе, блядь. Уходи от меня. Слышишь, хватит бегать, блядь. Ты чё, блин, спринтер дохера? Слушай, ты знаешь, не, ну его нахер, выпей просто. Блядь, я же сказал выпить фласку какого. А я всё-таки сбил эту парашу, походу. Надо же. Или не сбил, я не понимаю. Хер тебе! Вот это делай давай. Оп! Ха-ха! Черт! А, нормально, нормально, нормально! Нормально, бля! Спокойно, Хьюстон! Блять, у нас проблемы! А! Блять, вот это уже гониво. Ах ты, сука, блядская. Ну да, конечно, три раза, естественно. Жри, дура, быстрее! Похер, а, хотя нет, не похер, больно. Блять, сука. Уходи, да, это отстань от меня, падла! Блять, ну это уже... Как, ну какого блядского хера, ну бля! Как ты по мне попал, ты урод ебаный, бля! Ну что, блять, ну... Блин, я это и редактировать еще часа два буду, потому что X-Fire мудацкий. Почему-то, блин, перестал распознавать мою сраную видео... эту... веб-камеру, блин. Пошел нахер. Соси, блин. Че ты, блин? Ну, блять, вот... Да пошел ты в жопу, это гонево, бля, меня там даже рядом не лежало. Каким раком ты по мне попал, расскажи мне, бля. Урод тупой, блядь! Кослина, блин! Глючная, сука, вообще, так и знай, блин. Блядь, а это как? Вот как, на? Ушлёпок, блин. Бред какой-то, блядь. Да-да-да.
Ты, ёб твою мать, да как ты по мне попадаешь? Расскажи-ка мне, пожалуйста. Как вообще? Или у тебя, блядь, световой джедайский меч? Что типа он, блин, воздухом, да, блядь, зашибись, а. Да прекрасно, блядь, уебан, блин. Получи, сука. Блядь, что это еще такое? Это что это вообще такое? Что это было, блядь? Соси ты хер, блядь. Почему только один удар? Ты не хочешь два сделать хоть раз? Ну вот, чтобы мне дать время для всего, для чудес всяких разных. Да-да-да, сучок. Пошел ты в жопу, блядь. Соси, блядь. Так, блин. Да-да-да. Вот, вот. А вот сейчас вот почему ты третий удар не сделал? Я бы успел тебе в лицо накидать. А, это можно. Тебе что, целиться легче с середины площадки? Чё ты туда побежал сейчас? Чё это было вообще? Ну исходную, блядь. На старт, внимание, марш. Присел, посрал, прыгнул. Для выхлопа, блядь. Ну, конечно, конечно не надо кувыркаться, нет. Конечно нет, зачем? Это же лишнее. Блять, я не знаю, как он по мне не попал. Вообще не представляю. Учитывая, что он вытворял раньше. Вот соси. Ага, ты за свое, за старое. Хер тебе. По-моему, третий... Да. Блять, рано! Жри, дура! Бегом, блядь! Опять ты за свое, блин. Что это за херня? Что это за, блядь, с подвы под вертом удар, блин, какой-то непонятный. Да, это похер. А, то есть ты вот так вот, да? Знаю, кручу-верчу, как хочу, блядь. Ты классный парень, блядь. Чего-то я так и думал. Блин, вот вместо того, чтобы бить, приходится эту атаку тратить на какую-то... На какую-то херню. Два только, хватит, не надо больше. Я не знаю, как он не попал, потому что я не успел крутнуться. Как я ему чисто в сердце-то накидал, блин. Вместо Мура буду работать сегодня. И вместо Волги, и вместо Двины, и вместо всех, блядь. Ну, да, разумеется, конечно. Так и надо было делать. Естественно. Тихо будь, шлёпа. Ну, это хотя бы не так больно. Как можно было бы представить. Выхлоп давай, кончай херней страдай. Да не это. Другой. Вот этот, во-во-во. Вот так бы сразу, ёба. Чё выпендривался? Не знаю, блин. Да-да-да. Это акробат вообще со всех сторон.
На, блядь, сучка. Это ты за свое опять? Ну ладно. Отсосешь сейчас. Два, только два, стоять, сука! А вот тебе и третий. Ах ты, сучара, получи, бля. Сейчас кто-то умрет в огне моей ненависти, бля. И надеюсь, это буду не я. Я этого не переживу. Похер, я буду ждать, да попрыгается по-любому. Я не буду вообще в другие времена бить. Просто в принципе не буду, блядь. И не волнует. Потому что это единственное, блин, более-менее спокойное место, когда можно убить вот после этой атаки на даст. Блядь, ну что за херня? Ну сейчас я сдохну, блядь, ну заебись. Может и нет. Блядь, ну рано, ну ёб твою маму 8 раз. Ну тупой ты мудак, а. Обидно, блин, слушай, а? Сам затупил, блядь, нахера так рано это делал? А, пошел ты в жопу, блядь. Ну вот да, и как ты это сделал? Да, блядь, а вот это уже гонило! Пошел нахер, блядь! 10 раз, блядь, от него уворачивался, а тут внезапно перестал, блядь, мочь это делать. Чё это за параша, блядь? Блять, это что такое вообще было? Блять, еще даже ни одного удара не сделал. Прекрасно. Просто прекрасно. Я буду долго ржать, если мне просто болты кончатся. Это будет отлично. Это будет шикарно! Отсоси. Ну ты знаешь, что делать, короче. Слушай, ну прыгай чаще, кончай бегать. Чаще прыгай, блядь. Это и для жопы полезно. Укрепляет мышцы, блядь. Ягодиц. Да, ты почти попал по мне. Да чё? Да, давай к стене упрёмся. Давай моя камера будет не пойми, что вытворяет. Конечно, это прелестно. О-о-о-о, я же говорю. Блядь, ну пошел ты в жопу. Ну это уже, блин, ну реально бесит, бля. Ну что за херня, бля? Все всегда нормально было, вот сейчас началось, блядь, опять. Ну что за параша, бля? И так эта атака раз в хер знает, сколько времени происходит. Блин, еще когда ее зафакапливаешь, вообще просто раздражает, бля. Нахер, блин. Да, заебись. Молодец. Вообще просто, блядь, красавчик. Ты успокоишься, блядь? У тебя стамина кончается вообще когда-нибудь? Пошлё, блин. Он меня просто раздражает. Просто тупо своим, блин, присутствием, блядь. Мне даже бить его не интересно, потому что мудак. Херню какую-то делает, блядь. Сделали говнобосса, блин, не богу, блядь. Что ты нахер? Блядь, прыгай, сука, мне отличиться когда вообще? Такими темпами еще какой-нибудь херней по мне попадет просто, блядь, пиздец. Да-да-да. Хуй, саса с ним. Блять, а заело, что ли? А, ну вот и пиздец. Вот и поиграли, блядь, зашибись. Не, все, я не могу больше. Еще одна попытка на сегодня хватит. Меня просто вымораживает. Иди ты нахер, блядь, заходи внутрь, сука! Не беси меня, блядь. Да, тут-то ты по мне не попал, хотя до этого все время попадал, блядь. Шлепок сраный. Соси, блядь. Кузнечика давай, играй мне тут по-быстрому, блядь. Не такого, блядь.
А жесткого. Да не, блядь. Крепись у тебя от наведения. Воу. Ага, ща. Только разбег взял, блядь, и попал под тут говно. Ржавая. Да, конечно же, ты попал, ну, естественно, блядь. А чё б ты промахнулся, блядь, когда ты промахивался ещё с таких выгодных позиций, блядь? Да. Ага. А ну да, конечно. Ошибись, я ещё жив как-то. Каким-то образом, блин. На милипиздрюлечке. Ну и я не знаю, когда мне лечиться теперь. Эй. Похер, сейчас отлечимся. Ха-ха, классно отличился. А, заебись отличился. Пошёл ты нахер, мудак ебаный, блин. Так и знаете, блин. Соси хер вообще, блядь, короче. Ну что я могу сказать, блядь? Ну пизда грязь, завтра встретимся, блин, теперь уже. Что теперь? Всё. Вот так вот.